Всем привет! Сегодня я сделаю обзор на наушники Philips Stretch, The Stretch. Ну, мне их подарили на Новый год. Цена примерно от 1500 до 3500. Не знаю, за сколько мне их купили. Ну что, начнем открывать. Пробуем одной рукой. Они у меня уже открыты, потому что я ими пользовался. Но в коробку я положил. Значит, ну, что у нас тут? Посмотрим. Ну, что-то хорошее написано. Вот сами наушники. Значит, коробку. Вон. Вот сами наушники. Ой, пользуюсь я ими уже, наверное, около месяца, двух. Полтора месяца, в общем. И, в принципе, доволен. Видите, вот этот короткий провод. Вот, часто друзья подходят и пытаются его вытянуть. Но все не так просто. Провод подключается. Не знаю, смогу ли я одной рукой это сделать. Вот так вот подключается. И провод вроде бы составляет 1,20 м. Не помню. Ой, значит, наушники Philips. Также в коробке будет прилагаться под этой штукой инструкция, интим талон и все такое. Цвета черный, видел. Черный, белый. Вроде разноцветных их не продают. Не знаю, что еще можно про них сказать. Ну, например, подключены их к моему супер-пупер телефону, который я тоже сделаю обзор. Рейзер. Ну, если что, это прикол, это вообще Razer. У них вроде телефон-то не производится. Не знаю, звук хороший, они вакуумные. Мне очень нравится. Вон, даже так слышно. Так что, чтобы выйти к нам. Ну, мне кажется, звук хороший. До этого у меня были наушники Samsung, знаете, таблетные, как-то так, таблетки. Ну, вроде все, на этом обзор окончен. Наушники пока что, в общем, советую их купить, если вам не хватает денег на какие-нибудь SteelSeries, Razer или вообще какие-нибудь битцы. Ну все, всем пока.